Всем привет, ребята! Вы на канале 2А42, и меня зовут Марк. Ребят, вы заметили то, что у меня очень редко становятся видосы? Потому что, во-первых, я хожу в садик, хожу на самбу, хожу в бассейн, люблю смотреть свои видосики и, конечно же, гулять и в игры играть разные. И поэтому у меня нету времени. Я начал ходить в подготовку к школе. И скоро с 1 сентября буду в первый класс ходить. Ребят, вам не напоминает вот эта вот башенка? Не напоминает? Ребят, вот сейчас поставьте видео на паузу. Напишите свое мнение этой игры. И плей. И дальше вы узнаете дальше это что. Ждем. Ребят, написали? Ждем. Ладно, ребят, думаю, что вы уже написали. Ладно, ребят, говорю, это Дженга. И знаете что? Это же вам скажете, то, что скучно просто так играть. Ребят, нет. Смотрите, на чего я буду играть. На торте, который я сделал сегодня. Он такой аппетитный. Я его очень хочу выиграть в этой игре. Думаете, с кем я буду играть? С моим оператором, мама. Всем привет! Да-да-да, всем привет, ребята. Так, ребят, подставим тортик подальше, а то да, это поставим башня. Подальше. Кто будет первый? Давайте на камень, ножницы, бумага. Давай. Камень, ножницы, бумага. Цу-е-фа! Цу-е-фа! Мама, я первая. Да. Но у меня есть тактика. Тактика? Ага, я ей не скажу. Как они все крепко, мам. Почему они так крепко? Мам, я рушу башенку. Вот, держи. Ты мне помог? Ага. Ставь наверх. А что я за тебя должен ставить? Ребят, у меня личная тактика. Все. Снизу? Ага. Да, Марик. Если я вот эту уберу, все, башенки киртык. Я, ребят, не буду это делать. Марик просто любит сладкое. Поэтому ради тортика, я думаю, готов. Что на он все. Выиграет ради тортика. Но будет точно стараться. Ой, нет, не вот это вот. Может быть... О, ребята, получилось. Как тут поставить? Вот так вот. Так, наверх. Да. Кстати, она очень хлипкая. Мне кажется, она уже начинает шататься. Да. Да? Но я не сдамся, Марк. Я тоже. Я не сдаюсь. Я схожу. Кто, интересно, выиграет? Мама. Я? Нет, я! Я! Нет, я! Ты проиграешь! О, я думаю, я выиграю. Ну, ты сейчас проиграешь. О. Проиграй! Проиграй! Ой, вот сейчас был очень опасный момент. Давай! Пожалуйста, прошу! А ты знаешь, что мне вдвойне сложнее? Почему? Потому что я и снимаю, и играю. Нам надо в следующий раз камеру на что-нибудь поставить, чтобы я в руках не держала. Да, на подставочку. Все, сходи, ходи, мама. Ты так быстро ходишь, я даже не успеваю просто за тобой. Мне, кстати, хорошо, у меня длинные ногти, я так ноготком ее выставлю. Марк, пока я не поставлю, давай ты не будешь вытаскивать. Давай. Ты сейчас мне уронишь и скажешь, что я проиграла. Ага. Так это нечестно. Все правильно. Ладно, буду не читерить, потому что знаю, упадет у тебя и будешь это вина. Читерить? Какие слова-то у тебя? Читер. Да. Сейчас я вот это... Мама, сейчас ты просто... Просто на одном волосочке. Я почему-то думаю, что проиграет Марк. Вот у нас есть игра «Баланс». Марк всегда в нее продувает просто. Мне кажется, ты ни разу не выиграл. Мама, проиграй! Просто... Проиграй! Всё, за что я не схвачусь, не вытаскивается. Марик, она уже шевелится. Вот она, смотри, какая. Пух-пух-пух. Я тебе еще припомню это потом. Маме он припомнит. Нормально. Припомни еще. У меня тоже тортик не получил. А вот это мой торт. Я знаю.
Нет, это мой. Мой-мой. Мой. Это мой торт. Я выиграла, так что отдавай. Нет, отдай, отдай. Мой тортик. Ребят, кому понравилось наше соревнование, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я ему торт не дам. Или поделиться, как вы думаете? Марк, ты что, он уже ест мой торт, это мой выигрыш. Ребят. Ты проиграл. Ой, чайничка. Дай хотя бы чайничка. Ладно, Марк, если будешь хорошо себя вести, половиночку тебе. Или червячка с тебя хватит. Ест уже, ест. Мой подарок, мой суперприз ест. Да? Потому что этот человек, он сладкоежка. Без сладкого он не может жить. Ну что, Марк, прощаться будем? Пойдем чай пить с тортиком. Ага. Всем пока, ребята. С вами был я, Марк Засур, да? С вами был оператор мама. Всем привет. Пока-пока. Пока-пока.